можно ли с помощью факт-карты выбрать какую-то стратегию воспитания? Ну, стратегия будет зависеть от особенностей ребенка, да, потому что дети все-таки разные. Если бы мы составляли факт-карту, значит, мой ребенок, что он собой представляет, да, дальше, это был бы другой подход. Мы бы посмотрели персонажей, которые влияют на его жизнь. Мы бы посмотрели на то, в каких ситуациях он как реагирует. Да? Что мы вообще можем со своим ребенком делать? Да? Сюда бы мы нанесли зону ближайшего развития, что ему надо в этом периоде можно развивать, что как бы нельзя развивать там, и так далее. Кто как влияет, какие мысли у него фиксируются, какие не фиксируются, на какие поведенческие стратегии он реагирует так, как нам нужно, на какие, как Бог положит, и так далее. Ну вот, это была бы ребенка, факт-карта по ребенку вполне индивидуальная и так далее. Здесь, с точки зрения нашей роли в отношении с детьми, да, она, конечно, родительская роль, она в этом смысле универсальна. Построите с ребенком доверительные отношения, сделайте так, что бы вы ни делали, он знал, что вы это делаете, потому что он для вас важен, вы о нем заботитесь, вы его защищаете, вы его в обиду не дадите. Вот. При этом вы ждете от него ответственности, готовности договариваться. Ну, такого не то, что уважения к вам, а ну, вот, способности прислушиваться к вам. Вот, и так далее. Ну, то есть, ну, в этом смысле, да, есть общие правила. Тогда бы я не писал бы ни книжек, ничего про детей, если бы не было общих правил для родителей. Но с точки зрения воспитания детей они действительно могут варьировать. Качество хорошего родителя – это умение задаваться вопросами и решать их. Как решиться отдать ребенка в садик? Не испортит ли мне его там? Как стать авторитетом и примером для своего ребенка, чтобы сделать его хорошим человеком? Что делать, если мой ребенок бьется в истерике, а я от этого только раздражаюсь? Наш новый курс «Воспитая своего ребенка счастливым с помощью факт-карт» – это отличная возможность всего за 2,5 недели ответить на тот вопрос в рамках воспитания детей, который волнует именно вас. Наши кураторы и сам курс вместе с Андреем Курпатовым мы поможем вам прийти к настоящим изменениям в своей жизни всего за 5 занятий. Начинаем 14 ноября. А первые отзывы вы можете почитать уже в этом посте. Я даже не думала, что так получится. Я теперь как раз понимаю, над чем надо работать. То есть я вижу хотя бы вектор, куда стоит двигаться в том, чтобы там, решить трудности, которые есть. Конечно, мне бы хотелось это сделать быстро, прямо здесь и сейчас, но хотя бы понятно, что делать, с чего начать. Факт-карта в этом помогает, да.